В Твери при восстановлении старинных захоронений на территории Волынского кладбища волонтеры обнаружили фундамент старинной часовни, о которой, как оказалось, известно мало. Его происхождение попытался выяснить корреспондент нашего телеканала. Белокаменный фундамент располагается в восточной стороне кладбища. До нее волонтеры добрались лишь в ноябре. До этого работы велись в западной и северной частях погоста. Крепкий, хорошо сохранившийся до наших дней камень на протяжении столетия был погребен под толстым слоем грязи. Очевидно, она была, имела белокаменный известняковый фундамент, а сама, может быть, была из дерева. И она по каким-то причинам, может быть, сгорела, не сохранилась. А вот фундамент мы не трогаем, мы его оставили. Строение имело размера примерно 6 на 8 и располагалось у входа на Волынскую улицу. Упоминаний об этой часовне в документах, к сожалению, нет, поэтому восстановить точные данные о ней довольно сложно. Судить можно лишь по воспоминаниям старожилов улицы Волынской. Поэтому, в принципе, воспоминания людей тоже подсказывают и подтверждают, что на этом месте была часовня. То есть ошибиться не могли, это именно фундамент вот этого объекта. По воспоминаниям Елизаветы Ивановны Костиной, это дочка, да, и Анна Марушкина, то есть она помнила, что в начале 30-х годов, когда она уже уезжала, выйдя замуж в Сибирь, этот храм, еще, вернее, эта часовня еще стояла. Получается, что в начале 30-х часовня не была еще разрушена. Вероятнее всего, говорят краеведы, она была предназначена для отпевания умерших. Когда и при каких обстоятельствах была стерта с земли эта часовня, волонтеры пытаются выяснить, изучая архивные документы. Также нет информации, как выглядела, в какие годы и кем была возведена.